рассказывай. Рюкзака. Где у тебя рюкзак? Только лямки. Давай рассказывай. Мы идем в поход. Идем на поляну. Будем ехать около часа. Сначала мы идем на МРВ. Кепка у меня защита животных. У меня Adidas. Вот. Нагрузили целый. Так что сегодня отдых нас ждет. Давайте встретимся. Пока-пока. Ну что, расскажите что-нибудь. Хорошо режешь-то? Смотри, какая у нее. Алёна, куда тебя высыпать? Чего? Смотри, какая. Мне пока некуда. Возьми что-нибудь мисочку. Что-нибудь еще. Да, зашла. Вот, может, это подойдет. Я молоко за всем беру, да? Когда вы с утра... Девочки, потише, у нас интервью. Вот немножко вот так. Лида, потише сказали. Вот, с утра, когда вы просыпаетесь, Лида, всю воду с полянки уже забрали. И, соответственно, вам нечего будет попить. Про похмелье не надо, да, говорить? Нет, нет, про похмелье не надо. Я это потом вырежу. Да ладно, потому что вырезать, я мне должна. Может, кому-то поможет, да? Все легально, у меня паспорт есть. Так-то молоко только с похмелья. Ну, и... Расскажи, зачем молоко привезла? Пить. Вода кончится, вот смотрите, у вас сейчас вода уже кончается. Так, секунду, лайфхак. Вы все потянете на мое молочко. Я не пью молоко, так что... Вот поверь мне, когда пить вообще... Так, возражение появилось. Я молоко вообще не пью. Просто не пью, все. Напилась. Вот начнется, смотри, обезвоживание у тебя. Вера, ты тогда что же пьешь молоко? Конечно. Вода кончится, она молоком потом всех поедет. А тут вот смотри, где ты воду будешь брать. Тут стоялая вода. Снег ты пик наберешь на всю группу, а молоко... Да нет, там... снега-то много, вон видно на фоне вам, всем видно, что снега так, много. Так, снимай так, чтобы снега было не видно. Ты на фоне снега. Подожди, давай вот так, тогда снега не видно. Вот. Видите, снега нет. Тогда можно пить молоко. То есть молоко везде поможет. Сегодня 25 мая, какой снег, вы что? Не-не, конечно.
хотите, вон, последние звонки празднуют, пусть нет. Только озеро тоже не снимают. Не-не. Да. Там вода не стояла, лёд-то там, ребята, там нет на воде. Вот. Ну, а в чем тогда проблема? Так, давай я тебе совесть. Все? Ну, благодари за вопросы. Благодари за вопросы. Лидия, подожди, не надо. Спасибо, Анна, за вопросы. Спасибо за дискуссию. Ты очень интересный собеседник. Да, я знаю. Я тоже не люблю такое дело. Нет, ну это будет веселее. Все приготовились, Лида идет. Я тоже не хочу, пойдем там. Когда мои друзья со мной, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, тогда мои друзья со мной. Мы едем на машине с Сашей, да. Где пахнем костром, едем домой. Главные блогеры. Давай. Спасибо Елене Владимировне за поход, замечательное настроение, за банки, тушенки, включенные к одному рецепту. Теперь мы будем неделю это кушать.